Ушу искусство побеждать, его не любят слабаки. Умение телом управлять и с ног валить рывком руки. Сильный, быстрый и здоровый, прославляй наш Казахстан. Позвони и тренируйся в нашей школе Саньгуан. Мы работаем во всех районах города. Запись по телефонам 54 48 60 8 775 976 63 94 8 747 732 38 16. Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня воскресенье и, как обычно, передача «Ушу искусство побеждать». Вас приветствует школа боевых искусств Саньгуан и наш весь коллектив. Мы надеемся, что это время вы проведете с пользой для дела вместе с нами. Уважаемые телезрители, и вновь растяжка для самых юных зрителей. Перед тем, как начинаем растяжку, нужно хорошо разогреть тело, выполнить несколько кувырков, приседаний, чтобы тело ваше было в тонусе. Мышцы должны проснуться, и тогда вам будет легче работать. Сегодняшнее занятие будет посвящено нашему позвоночнику. Если позвоночник у вас гибкий и подвижный, значит у вас хорошее здоровье. Ложимся на животик. Ножки сгибаем, ручками беремся за стопы. Теперь стараемся поднимать ножки и голову вверх, максимально вверх и опускаться. Упражнение называется «Корзиночка». Следующее упражнение называется мостик, гимнастический мостик. Мы переворачиваемся на спинку, ручки ставим на пол, коленочки согнуты, толкаем сильно-сильно руками пол, стараемся поднять спинку и оторвать голову. Поднялись. Для следующего упражнения нам необходима стена и что-то мягкое под голову. Теперь мы рассмотрим, как научиться вставать на мостик при помощи опоры. Подходим к стене, разворачиваемся спиной. Ножки ставим на ширину плеч, можно даже чуть шире. Ручки сразу ставим на стеночку и опускаемся до пола. И поднимаемся. Далее мы пробуем делать мостик гимнастический без опоры на стенку. Но обязательно нужно делать его со страховкой. Ножки ставим на ширину плеч, чуть шире. Ручки собираем возле груди. Коленочки сгибаем. Таз толкаем вперед. Голова идет назад. И ставим ручки.
После того, как вы освоили все упражнения, показанные нами ранее, у вас должно в итоге получиться вот так, мостик. Поднялись. Уважаемые родители, не разрешайте детям самостоятельно выполнять данное упражнение. Все упражнения должны выполняться только под присмотром специалистов. Приходите к нам, и мы вас научим. Цайтен! Внимание, уважаемые телезрители! Теперь любой актюбинец сможет заниматься ушу в своем районе. Спортивные залы школы боевых искусств Саньгуан открыты для всех желающих. А сегодня мы разберем акробатическую связку «Тэнкун дэйча цань гунь фань», что в переводе означает «прыжок шпагат, кувырок вперед». Для начала разберем прыжок «Тэнкун дэйча». Делаем прыжок колени в груди. Затем выполняем поперечный шпагат. Делаем цань гунь фань с разворотом. А теперь соединяем все эти связки, и у вас получится прыжок тэнкун дэйча цань гунь фань. Цайтэн! А сейчас традиционный раздел ушу санга. Поджимаем соперника, бьем левую прямой, сразу же оттягиваемся, отсюда кидаем правую прямой, левую сбоку и правую руки. Сейчас поджимаем соперника, поджимаем, только он идет на вас, кидаем на отходе левую сбоку. Смотрите нашу передачу и занимайтесь вместе с нами. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телепередачу «Ушу искусство побеждать» и раздел «Самообороны». Сегодня мы вам покажем несколько интересных приемов и выходов из сложных положений. Противник захватывает вас за руку. Ваши действия. На разрыв вбиваем в области кистей и наносим удар. Рассмотрим следующую ситуацию. Противник осуществляет проход в ноги. Вы производите прием треугольник, то есть удушающий ногами. Противник сдается. Если треугольник не прошел, и противник начинает наносить череп ударов, вы можете скрестить ноги и начинать зажимать его ребра. Противник сразу сдается, потому что чувствует
удушение, боль. Если вы оказались в сложном положении, в захвате Нельсона и не можете ничего сделать, ваши действия одной рукой захватом противника за палец и наносим болевой. Здесь вы освобождаетесь и наносите контр-удар. Вы смотрели раздел самообороны. Смотрите наши приемы, изучайте их вместе с нами, и вы будете сильными и здоровыми. До свидания. Нихао, сегодня мы разберем блокирующее движение даошу от копья цаньшу. Противник наносит прокол в голову. Вы делаете наклон, хватаете копье, наносите рубящее движение снизу вверх. Сегодня мы разберем защиту дзяньшу от мяча даошу. Противник наносит рубящее движение в голову. Вы делаете блок и наносите рубящее движение в шею. Добрый день! Начинаем гимнастику для всей семьи. Первое упражнение – махи руками. Второе упражнение – мельница. Наклон от туловища вперед. И четвертое, бег на месте. До скорой встречи!
встречи, пока! Вот и подошла к концу наша передача. Я думаю, каждый провел это время с пользой для дела. Встретимся через неделю. Ушу искусство побеждать, его не любят слабаки. Умение телом управлять и с ног валить рывком руки. Сильный, быстрый и здоровый, прославляй наш Казахстан. Позвони и тренируйся в нашей школе Саньгуан. Мы работаем во всех районах города. Запись по телефонам 54 48 60 8 775 976 63 94 8 747 732 38 16.